Сложившейся традиции, уже небольшой, но уже традиции, мы здесь, на месте, где ранее стоял великолепный собор Вознесения Господне, построенный на средства горожан города Урюпинска, тогда еще станицы Урюпинской, вот мы будем с вами совершать водосвятую молитву. Хотелось, конечно, вспомнить это событие и представить этот собор, великолепный собор, который украшал город. Недалеко стоял другой собор, Рождественский храм Рождества Христова, назывался Белым храмом, этот храм назывался Красным. Вот. И здесь вся станица Урюпинская, ну, вот, находилась в таком молитвенном состоянии, потому что было несколько храмов, кроме еще Покровского собора, еще другие храмы были, подворье монастырское. Вот. Поэтому, конечно, город жил своей такой обыденной жизнью, где молитва и служение Богу, и размеренный такой образ жизни, который придавал именно христианская традиция, она как-то наполняла душу человеческую смыслом его бытия. Просто обыденной жизнью. Человек жил, понимал, что есть, нужно утром молиться вставать, вечером тоже, воскресный день и праздничный, нужно вечером идти на всенощное бдение, утром на Божественную литургию, причащаться святых Божественных Христовых Таинств, исповедоваться своему батюшке, потому что батюшку все хорошо знали, как своих духовников. И, естественно, эта жизнь, она являла собой некий смысл, наполняла душу человека, сердце, разум, именно пониманием вечности. К сожалению, современный образ жизни нас от такого понимания отводит, и мы живем такими... Человек даже не задумывается о жизни вечной и живет такими временными утехами. И вот церковь, она и обязана напоминать именно о вечности. Конечно, кому-то не хочется об этом помнить, кто-то заинтересован, чтобы люди жили таким образом жизни, чтобы не думали о будущем, не думали, как у них жизнь сложится. Но мы с вами, вот люди церковные, священнослужители, клир церковный, вообще прихожане, именно призваны, чтобы мы напоминать об этом, свидетельствовать о Христе, о жизни вечной. Вот что мы с вами должны делать. Конечно, свидетели мы с вами разные бывают, но мы с вами, конечно, до того и призваны, чтобы исправлять свою жизнь к лучшему, то есть изменять ее. Вот. Это изменение проходит не сразу, и довольно-таки много времени приходится человеку именно этот путь проходить, чтобы изменить хотя бы толику на жизнь, свою жизнь к лучшему. Поэтому мы с вами и должны в этом и помогать, и сами участвовать в таком делании, в духовном делании. И этот праздник у нас особенный, Вознесение Господне. Мы с вами вчера расставались. Прощаться с Пасхой невозможно, потому что Пасха, она входит в нашу жизнь постоянно. Мы с вами, особенно люди церковные, знаем, что мы с вами Пасху встречаем каждый воскресный день. И можем каждое воскресенье говорить: «Христос воскрес!» Да? Спокойно говорить, ничего там такого нет. Потому что это день пасхальный, день воскресный. И Пасха, она всегда может пребывать с нами и приносить с нами радость. Поэтому мы вчера с вами не расставались с Пасхой, именно, не прощались. Мы просто вот именно оставили какое-то время, чтобы потом вновь встречаться с воскресшим Господом Иисусом Христом. Ну а мы знаем с вами опытно, что такая встреча,
для нас бывает всегда радостным. Когда мы возвращаемся от какого-то падения своего к нашему Господу, Он нас радостно встречает, и как нам всем легко становится, когда мы вновь возвращаемся к Нему. И вот ученики, после того, как Господь вознесся на небо, они с радостью пошли в Иерусалим. Почему? А потому что знают, что Он опять придет к ним, будет послан им Дух Утешитель, который будет с ними пребывать во все дни до скончания века. Вот это должно нас с вами всегда утешать. То есть ничто нас не должно расстраивать, когда с нами Христос. И когда мы это понимаем, что никакие препятствия, никакие даже самые страшные испытания, по словам апостола Павла, не могут нас отлучить от любви Божией, если мы сами себя этому не отличаем. Поэтому, дорогие мои, милости вам всем Божией, любви вам всем Божией, и мы сейчас с вами вот помолимся здесь, на этом месте, а будут молиться с нами те люди, мы их не будем видеть, но они будут с нами молиться. Те наши предки, урюпинцы, которые здесь жили, которые этот храм строили, которые этот храм наполняли, они будут стоять вместе с нами, невидимо, и радоваться, что мы здесь совершаем с вами память о том, что они в свое время делали и как они жили. С праздником! Же ради вины не стыдится, братья, нарицать и глаголя. Возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, и паки, азбуду надейся нань, и паки сяс, и дети, я же ми дал есть Богу. Есть оно, благословен гряды, во имя Господне. Аминь, негоже, небрегоше, зижущийся, и быство главу угла, от Господа высей, и есть дивен в очистях наших. О Господи, есть оно, благословен гряды, во имя Господне. Христе Боже наш, раны сотворивый учеником, обетованием Святого Духа, извещенным и врачем благословением. Боже, Тебя славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Устрашуся. Во время оно взыди Иисус в Иерусалим, весь же в Иерусалиме на общей купели, я же глаголица еврейский вихрезда, то есть дом милосердия, пять притвор и мужчин. В нашей властях воинстве я Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране, верою живущих них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную. Им же не с числа. Его же глас на водах многих. Его же видишь воду, боящийся и сметошийся бездны и множество шума вод. Его же пути в море и стези в водах многих. И стопы Твоя не познаются, и же крещением единородного Сына Твоего, воплощенного и снитие мнань Пресвятого Духа в видении голубя, и Твоим отеческим глазом иорданские струи осветил Иси. Тебе ныне смиренно недостойны, раби Твоим молим, и мили сидеем. Пости благодать Пресвятого Духа на воду сию, и небесное Твое благословение благослови, очисти, освети ее, и даруй ей благодать и благословение Иорданова. И силы вся скверно очищающие, и всяк недуг исцеляющую, и бесов, и всех наветов, и козни их прогонительную, и весь силу и действием благодати Пресвятого Духа, быть им всем с верою от нее, с верою поющим,
приемлющим же и кропящимся рабом Твоим грехов вставления, изменения страстей, прогнание всякого зла, умножение добродетели, болезням исцеления, домовом же и всякому месту освящения и благословения, губительных и всяких злотворных воздухов отгнания и благодати Твоя присвоения. Яко Ты еси, благословляй и освящай всяческое, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со единородным Твоим Сыном и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Несущих в море далече, и милостив буди, владыка грехов наших, и помилуй, милостив Бой, человеколюбец Бог и сей, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы сопротивные дарою, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством, Духу и ныне пресно, и во веки веков, аминь. Призрено моление Твое, Иисусе непорочное, удаляющий лютый на недостание, всякие скорби нас изменяющие, тёмы и тины следы, звезды отведены мимо мы, и Твоей предстательство снижало. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. У нас с вами еще довольно-таки пасхальное настроение и праздничное настроение, потому что события, которые сейчас у нас с вами происходят, мы с ними соприкасаемся очень тесно и сопереживали с вами Пасху Христову. До этого, конечно, проходили время Великого Поста, ждали, когда Пасха начнется. Пасха пришла, быстро прошли 40 дней. Теперь бы с вами встретили радостно праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. 10 дней пробегут, и мы будем с вами что встречать праздник Святой Троицы. Вот так. А потом уже и наш, один из наших главных праздников для нас, конечно, с вами. Мы его присовокупляем к другим великим праздникам, да? Это праздник иконы Божией Матери Урюпинской, явленной 21 июня, где мы с вами вот будем совершать и крестные ходы, и божественные литургии. И здесь придем, в центре города, здесь будем проходить под иконы уже по сложившейся традиции, да? Все просить Матерь Божию, Господа, Матерь Божию, а чтобы жизнь наша у всех, у нас лично прежде всего, и у близких наших и знакомых устроилось к лучшему. С праздником вас всех, милости вам Божьей, всех вас благодарю, дорогие мои отцы, братья и сестры, хор благодарю, всех, кто сегодня пришел в этот день. Ну, слава Богу, не очень-то жаркий. Но для нас, конечно, жара уже живущих здесь, в этих краях, жара уже как бы, ну, состояние относительное. Мы даже не знаем, когда жарко уже. Вот. Но желаю, чтобы все эти жаркие дни для вас прошли. Вот. Ну, вы перенесли их с терпением и с прохладцей. С прохладцей для вас, но не с прохладцей вашей душе. Еще раз вас с праздником. Милости во Божией, и пусть вас всех Господь милует. Надо побольше.